В Чебоксарах сделали первый шаг в согласовании наземных конструкций туристско-рекреационного кластера «Этническая Чуваши». В этнокомплексе «Амазония» появится лестница влюбленных, которая будет спускаться к водоему. В управлении архитектуры и градостроительства сообщили, что в администрации города уже выдали разрешение на строительство. Участок, который выделили под возведение лестничного спуска и видовой площадки, находится за торговым центром «Семь холмов». В городской администрации также отметили, что перепады высотных отметок лестницы влюбленных будут достигать 8 метров.